Клеопатра – это легендарная царица Египта, известная своими выдающимися политическими союзами. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии через время. Клеопатра родилась в 69 году до нашей эры в Древнем Египте. Она не была просто царицей, она была ученым, владеющим несколькими языками и получившим хорошее образование. Египет был могучим королевством, но имел сложную историю. Клеопатра принадлежала к династии Птолемеев, которая правила Египтом после завоевания Александром Великим. Самым известным союзом Клеопатры была альянс с римскими лидерами Юлием Цезарем и Марком Антонием. Она использовала свое очарование и ум, чтобы приблизиться к ним, надеясь обеспечить будущее Египта. В 48 году до нашей эры Клеопатра встретилась с Юлием Цезарем. Она обернулась в ковер и была тайно пронесена к нему, произведя неизгладимое впечатление. Отношения Клеопатры и Цезаря привели к рождению сына, Птолемея 15-го Филипатора Филометра Цезаря, известного как Цезарион. После убийства Цезаря Клеопатра вернулась в Египет. Но следующим ее союзом был Марк Антоний, один из ближайших союзников Цезаря. Отношения Клеопатры с Марком Антонием были одновременно политическими и романтическими. Вместе у них родилось трое детей. В 31 году до нашей эры произошел крупный конфликт, известный как битва при Акции. Марк Антоний и Клеопатра столкнулись с Октавианом, позже известным как император Август. К сожалению, битва при Акции закончилась печально для Клеопатры и Марка Антония. После их поражения они покончили с собой. Наследие Клеопатры продолжает жить. Ее политическая прозорливость и союзы оставили отпечаток в истории. Она также известна своей красотой, но ее интеллект и лидерские качества были также выдающимися. Всего за 3 минуты мы познакомились с захватывающей жизнью Клеопатры, царицы Египта, известной своими политическими союзами. Ее история напоминает нам, что разведка и дипломатия могут быть таким же мощными, как любая армия. Если вам понравилось это путешествие по истории, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на звонок, чтобы никогда не пропустить наше следующее приключение. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. До следующего раза продолжайте исследовать прошлое и позвольте ему вдохновить ваше будущее.